Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы с вами находимся на выставке в Москве «Транспорт России», и наш собеседник – министр транспорта и дорог Кыргызстана господин Жамшитбек Калилов. Здравствуйте, Жамшитбек. Скажите, пожалуйста, как вам нравится, во-первых, гостеприимная Москва, я надеюсь, и, в принципе, выставка «Транспорт России»? Очень даже хорошо. Это становится традицией. Вот каждый год в декабре месяце вот как раз проходит в Москве именно вот транспортная неделя. Тут очень много полезных мы для себя берем, серпуем. Тут встречаемся с друзьями, министрами транспорта разных республик. Вот поэтому очень хорошо. А что вам запомнилось больше всего? Что произвело наибольшее впечатление на этой выставке? Наибольшее впечатление как раз вот нахожусь у вас, в SkyWay, потому что я, в принципе, был знаком этим видом транспорта. Ваши представители были у нас в Бишкеке, у них был предварительный план развития и применения этого транспорта на нашей жемчужине озера Иссык-Куль. Кстати, вот именно применение у нас на Иссык-Куле. На Иссык-Куле, потому что наша республика выделяет огромные средства именно развития туризма по Иссык-Кульской области. Значит, развитие инфраструктуры по дорожной части, развитие инфраструктуры по пансионатам, санаториям, развитие горнолыжной базы и горного туризма. Вот поэтому, а этот вид транспорта, он как раз к нашему пейзажу, она в этот транспорт вписался в транспорт, и было бы очень хорошо даже. Спасибо вам большое за столь высокую оценку. Я думаю, что сейчас, когда уже познакомились с подвижным составом SkyWay не на презентационных каких-то материалах, а видео и так далее, то наше сотрудничество стало только ближе. Так ли это? Да, я видел эти просто на бумаге, на вот этих планшетах, а вот когда увидев вочию, вот как раз где она, где вид транспорта на практике, не на бумаге, впечатление очень хорошее. Сразу хочется, чтобы транспорт работал у нас в Кыргызстане. Но все зависит от вас. Конечно, мы с вами будем сотрудничать. Спасибо большое. Я знаю, что вы торопитесь на совещание. Огромная благодарность от всех наших партнеров за то, что уделили нам время. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте нашей группы компаний. Поддерживайте наш проект, и вам будут рады везде. Строй SkyWay, спасай планету.